Да? Такие у вас красоты. Волонче. Планина. Планина, да. Очень красивая. Тут и за Котор. За этой горой Котор, да. А море очень холодное. Да? Я плывам в июль. А в июне только в июне, да? Да. Июль, август и... И все. А сентябрь уже все? Нет? Может, может. Я не. Я волим топло, топло, топло. Да, топло. Да, самое теплое. Город Котор, 3 мая 2015 год. Интересно, мы доедем сегодня живыми? Вот так вот. Город очень красивый. Ты на видео снимаешь? Искрились волны лагуны, где-то вдали голубой плакали нежные струны. Пел гондольер молодой, пел он про месяц в море, про голубую волну, пел про блаженство и горе, пел про любовь и весну.
песни навевали, песни блаженной любви, в душу они проникали, страсть разжигали в крови. Измаевич, 1624 год, представляете? Андрея Змаевич, хатбискуп Барский примас. Надо же, как интересно. Тысяча. Снежные вершины.
моя жизнь. Конечно, мы вряд ли. Вчера был такой день, что замечательно было, конечно. В улице нет. Купаться будем у себя уже в последний день. Вот храм. Панель. Смотри, куда ты снимаешь. Вот он, красотища. Который мы проезжали, такой красивый, я никак не могла заснять его. Ну, мало здесь находимся сейчас. Ой, да ладно.